продаже автомобиля, но Бен выбирает цену. Бен, мне продать автомобиль за 10 миллионов? No. А за 1000? No. Фух, повезло. Ну и последний вопрос. За 15 тысяч продавать автомобиль? Yes. Ладно, раз Бен так решил, поедем продавать. Я еле нашел свободное место и продаем за 15 тысяч. За секунду он уже был продан. Пожалуйста, подпишись на канал за такой качественный и крутой контент.